Дистанционная игра – это приключение, во время которого участникам необходимо пройти череду препятствий. Это возможность проверить свои знания и спортивную подготовку. О целях мероприятия нам рассказала организатор, методист Центра культуры и молодежной политики Лидия Лехович. Это история, это память о войне. И дети, ну я думаю, они знают, но вот сегодня мы проверим их знания, насколько они помнят. Если что-то забыли, то мы им подскажем, вспомним, научим. Воспитанники лагеря разделились на команды, выбрали капитана и получили маршрутные листы. Им предстояло пройти 7 заданий. Ребята отвечали на вопросы по истории Отечества, проходили полосу с препятствиями, складывали пазлы, на которых были изображены достопримечательности нашего города, вспоминали военные песни, учились оказывать первую медицинскую помощь. Мне очень понравилось. Было интересно. Мы прыгали, кегли сбивали. Песню пели. Надо помнить о войне, потому что все солдаты защищали нас от немцев. Мне понравилось, когда нас спрашивали вопросы про военную технику. Волонтеры, которые играли с детьми, довольны проделанной работой. Я решил принять участие, чтобы просто развлекать детей, потому что я помню, когда именно вот в этой школе, в этом лагере был маленьким, как мне здесь было скучно, когда не было волонтеров. Ты вот можешь просто прийти сюда утром, посидеть, пообщаться с друзьями, поиграть с детьми и потом с удовольствием пойти домой. Та энергия, которую они тебе дают, это вот, ну, невозможно описать словами, правда. Ребята справились со всеми этапами, показали хорошие результаты физической подготовки, пополнили свой багаж знаний и поняли, как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. И самое главное, научились работать в команде, дружно помогая друг другу.